Олег, как настроение перед игрой, как проходит подготовка к матчу с Галшиной? Проходит хорошо. Видно, что ребята настроены хорошо, бегаем. Да. Ну, подготовка идет как бы своим планом, как тренер подготавливает, так и идет. Смотрел вчера матч между бразильцами и Германией. Да, какое стало впечатление? Ну, от Германии хорошее, от Бразилии не очень. Как бы, я не знаю, в чем причина, но они не настроились, наверное, так на Германию. А немцы вышли и доказали свою игру, что они лучше. Как считаешь, что все-таки станет чемпионом мира? Ну, я ставил на Германию, я думаю, Германия.